Срочные новости пришли сегодня из Туниса. Там предотвращен крупный теракт. Власти страны арестовали 17 членов исламистской ячейки, которые планировали серию атак на туристический сектор и представителей силовых структур. По данным правоохранителей, террористы прошли обучение в Ливии и Сирии и ждали приказа, чтобы совершить нападение. У боевиков были конфискованы автоматы Калашникова, взрывчатка и пояс смертника. Экстремисты должны были атаковать объекты в Сусе. В конце июня этот город уже подвергался террористическим нападениям. Два человека ворвались в один из отелей и открыли огонь. Погибли 38 иностранцев.